Всем доброго времени суток. Вас приветствует Пуфоль Гала по настольной коллекционной карточной игре Берсерк и Берсерк Герои. Мы продолжаем наши практические игры, замечательную игру Берсерк Герои. И сегодня с вами играют Александр и Иван. Перед вами состоится битва двух героев, промо-героев Повелителей Стихий третьего сета. Это Коззак и Грых. Я выбрал героя Грых. Это герой воин 36 здоровья. В моей колоде должны быть только болотные карты, и все тролли имеют плюс 1 к жизни и плюс 1 к регенерации. Иван выбрал Коззага, где, соответственно, должны быть только степные карты. Ну и, соответственно, все орки имеют рывок, и гнев работает также на моего героя. Перемешаем мы свои герои, колоды. Так, определим первого игрока, как всегда. 10, 5. Я свою колоду составил, ни на что не смотрел, где... Я буду первым. Где что можно посмотреть, на какую колоду акцентироваться. Я составил по своему мнению на атаку, кто с кем взаимодействует, посмотрите, сыграет моя колода или нет. Иван, соответственно, орки, которые всегда бьют, всегда атакуют, ну и пытаются закончить игру, как вам сказать, быстро, своевременно, не превышая лимит 40 либо 60 минут. Так, я уберу одну. Все? Да. Я вызвал тролля охотника. Он имеет уже плюс одну жизнь и плюс один к регенерации. Это вот три здоровья, два регенерации. Давай. За один защита крепости. Угу. Что там? У существ противника не работает рывок, первый удар и направленный удар. Угу. Ультраредкая карта, причем очень хорошая. Может закрыть Вольера Аластара. Все, ход? Угу. Ну, давай. За два я разыграю Джигавайла. Один в лицо. Ход. За один провокатор и за один молодой орк. Так. Молодой орк хочет ударить на три в лицо. Нет, еще. Я получу два хита, ну, то что, ну, буду иметь в виду. Да. Да нет, давай сделаем, все-таки три положу я. Все равно у него плюс один к жизни. А нет, у него нету, это Вайл. Да. И орк-провокатор на два в лицо. Хорошо. Все? Да. У нас три. Да, и за три шаман. Он получает найм, выбранный на счету, получает регенерацию 2. Он получит регенерацию 2. Давайте пометим. Давай. Вот такой штучкой. Угу. 2, да? Так. 2 регенерации. Он же 2 раза, да? Ну и тролль-охотник убьет твоего молодого орка. Все, ход. У меня в конце хода здоровье становится. Так. За два жрец клана. Угу. Жрец клана хочет ударить на три тролля охотника. Нет, джаговая защита. Ну все, ход. Угу. За 4 разбуженный тролль. Направленный удар. Но он не работает. Он не работает, да. Ну, тролль-охотник убивает того и этого. Угу. Он получил 2 раны. Ну, давай тогда. Тролль-шаман на сюда на 1.
Ну и ход. Так, этот убираю. Постановил себе 2 здоровья. И этот постановил себе 2. Так, все. Угу. Все, ход. Это у нас срабатывает регенерация. За 4 лучник Захара. Угу. Выстрел на 2. Выстрел на 2. Давайте по троллю шамана. Угу. Так, лучник Захры хочет убить, ну, ударить под Джага Вайл. Под Джага Вайлу хочет ударить? Нет, защита. Так, 4. Жрец клана хочет под Джага Вайл ударить. Да, хорошо. Я сколько получил? 3, 3, да? 3, да. Все? Ой, я не умею, скрылся. Угу. Все, ход, да? Да. Все, да? Да, все. Не открываются. Ну, давай тогда. За 3 тролль шаман, он получит регенерацию 2. Так вот. Ну и за 2 тролль воин. Уже имеет регенерацию 3, ну, плюс 1 к жизни, да? Так вот, ну давай тогда. Тролль охотник убьет его. Угу. Ну и в лицо, соответственно, тебе 4. Так. Так вот. Ну все, он. У меня конец хода, этот излечился на 2, этот тоже излечился на 2. Вот так вот. Все, ход. За 3 рубака клана и за 2 орочи колесницы. Так. Рубака клана убивает разбуженного тролля. Так, и урощая колесница хочет ударить тролля шамана. Кого? Его хочет ударить? Да. Нет, давай, тролль воин защита. Все? Да, вот. Надо от рубаки клана избавляться, кстати. Кулак. Тролль. Регенерация 4. Вместо регенерации может излечить суммарно до 4 ран, нанесенных другим существом. Ничего себе. Вот так вот. Ну давай тогда чем. Тролль воин убьет твою орочью колесницу. Ну, соответственно, на тролль охотник. Тролль воин у тебя и тролль шаман летят сюда, убивает его. Вместо. У него регенерации нету, да, получается? Он просто может излечить, да, получается? Значит. Нет, у него есть регенерация. Но... Да, но вместо регенерации может излечить суммарно до 4 ран, нанесенных другим. На нем же регенерация не срабатывает, потому что он же здоровый. Если были бы раны, я бы мог бы излечить. А, ну, наверное, да. Только так, вместо регенерации, видишь? Да, да, да. Конец хода. Этот излечается. И этот. Охота. Вроде так. Друзья, подскажите, пожалуйста, в комментариях, правильно ли сделано. То есть, если, поясняю суть вопроса, у него нету ран, то, соответственно, второе вместо регенерации может излечить суммарно до 4 ран, еще другим выбранным существам. То есть, оно у него не срабатывает. Оно сработает только, если есть раны. Если это правильно, то просьба указать в комментариях. Я буду рад вашей помощи и ответу. Так, за 3 духогон
Найм возьмите выбранного орка с вашего кладбища в руку. Угу. Я возьму рубаку клана. Угу. Так. Ну и разыграю его сразу. Угу. Давайте, рубака клана убивает тролля воина. Угу. И все. Ход. Да. Давай за один Лайла. Ну и за три возрожденный тролль. Ну давай за один тролль охотник. Я без руки буду. Что очень не айс. Так, эти не могут, да, атаковать? Так что рывок у меня не работает. Так, ну давай тогда. Тролль-шаман, тролль-шаман и тролль-охотник хотят убить его. Давай по очереди, как-то так нельзя. Тролль-шаман на один рубаку. Да, бьет. Второй тролль-шаман. Ну да, бьет, а тролль-охотника я защищаю. Хорошо, так я получаю сюда один, да? Да. Так вот. Ну и, соответственно, давай большой кулак убьет его. Он мне не нужен. Ну и все, конец хода. Эти все излечиваются. Все, да? Да? Сколько у нас? 7 монет, да? Угу. За 5 орк-мародер. Угу. Орк-мародер, опыт в атаке, первый удар и рывок. Угу. Ну все, ход. Особо-то и не надо. Раз, три, четыре, пять. Гронда. Я не получаю монет, но у нее регенерация 2. Так. Ну давай. Тролль-шаман Духогона. Да. Зачем закрываешься? А. Второй тролль-шаман Духогона. Нет, орк-мародер защитит. Так, я умираю, да? Ну давай, тролль-охотник убьет. Угу. Давай, эти двое убьют его. Давай, большой кулак 4 в лицо. Что уже тянуть-то? Давай. За 5 орк-сокрушитель. Угу. И за 3 орк-егерь. Угу. Так, закрою Джага Вайлд. Откройте или закройте выбранное существо. Так, и орк-сокрушитель. Ну, хочет бить Гронду. Нет, Вайл защита. Угу. Так, я умер. Да. Орк-егерь хочет убить тролля-шамана. Он один у меня, да, вот это, да? Да. Нет, Гронда защита. Играешь. Я 4, да, получаю? Да. Все? Да, все, ход. Не открывается. А я монеты не получаю. Угу.
Ну давай. За 3 тролль шуман он получает регенерацию 2. И теперь даже у него не регенерация 2, а регенерация 3. Так. Ну давай тогда что? Большой кулак убьет орка-сокрушителя. Печаль, беда. Ну и в лицо тебе 7, 8, 9, 10. 10 в лицо. 10 хп осталось. Все, ход, я регенерирую. У нее плюс регенерация, плюс 1, того 3. Сколько осталось? 10 хп. Угу. За 1 молодой орк, угу. И за 4 гроли. Угу. Молодой орк. Да, все, ничего не буду делать. Ход. Тролльбай. Ну, тролль-охотник хочет твоего молодого орка. Да, хорошо. Сколько у тебя, 10 хп осталось? Да. Ну, большой кулак убивает тебя его. Сам умирает. Ну и в лицо 7, 8, 9, 10, 11. Понятно. 1-0. Вот так вот. Армия троллей затащила, да, вроде? Ну, еще нет. Еще нет. Но первый раунд, да. Вот так вот. А кто первый? Я буду первым. Не знаю, рискнем, как говорится. Я готов к обороне. Защита крепости. Ох ты ж, 5. Все? Да. Я думал, ты сразу ударишь. Вайл. Вот. За 2 жрец клана. Это, кстати, смотри, фишка. Это Вайл. Ты видел? Да. Теперь мы знаем, друзья. Это фишка голова Вайла. Ну, жрец клана на 3 бьет по вайлу. Угу. Все? Угу. Ход. За 3 урочья таган. Угу. Жрец клана хочет убить вайла. Хочет убить Вайла? Uh-huh. Ты прям так? Ладно, хорошо. Вот. Так, плащ из Хара. Да. Предотвратите следующие 6 ран, нанесенные хозяину. После этого уничтожьте плащ Хара. Я его сделаю на грыха. Да, у него 42 хп, да? Угу. Ну, Забир убьет твоего жреца клана. Ход. За 1 молодой орк. Угу.
И за 2 орка мстителя. Угу. Молодой орк убивает, хочет убить Забиру. Хочет убить Забиру? Угу. А, у тебя же там на 4 ты бьешь, да? Да, каждое существо получает плюс 1 к удару. Нет, давай, тролль шаман, пожертвуй собой, умирай. При гибели другого существа я ищу орка мстителя. Да. Ты вправе это сделать, даже обязан. Это срабатывающая моя особенность. Вот я его нашел. Угу. Мешать будете? Да. Вдруг сейчас тебе рубака клана прилетает. Зачем он здесь нужен? Чем он здесь нужен? Так. Ну, ход. Угу. Так, у нас 4 уже. Ну, давай, за 1 тролль-охотник. Ну, Забир убьет твоего рок-мстителя. Угу. Все, ход. Плохо, вы что-то помешали. Я старался. Я очень старался. Да нет, вот так. А, еще одного давай. А, не хватает. Не хватает монет, да, жаль. Вот так, урка мстителя. Давайте снесем вам плащ из Хара. На 6 как раз. И тролль-охотника хотим мы убить. Нет, вайл защита. Жаль. На 4, да? Угу. Ну все, ход. Три возрожденный тролль. Давай. Этот тролль полетит у нас сюда. Угу. Ну все, ход. Лучник Захры. Угу. Выстрел на 2 по вайлу. Плюс 1 к чему? К удару, да? Да, по вайлу. Да. Угу. Так, тогда потратил 4, да? Угу. И за 2 жрец клана. Угу. Рубака клана на 6 бьет по грыху. Угу. Лучник Захры. Так, убивает возрожденного. Угу. И жрец клана убивает тролля-охотника. Угу. Закрыт был, да? Угу. Все, ход. Да, переломный момент. Где? Тролль ведом. Ход. Защита закрыта, угу. Да? Так, 7 монет. Ну, за 4 артиллерии сбрасывай и за 3 рубака клана. Mm-hmm. Ну, рубаки клана 12 в лицо бьют. Mm-hmm. Лучник Захры хочет ударить на 4 в лицо. Нет, я еще. Так, и у меня умерло существо, угу. Еще орка мстителя. Угу.
Хорошо. Угу. Не будем. Это да, всякие рубаки клана прилетают. Ну да. Все, ход. Хотя было еще тебе бить в лицо. Нет, не хочу. Мне страшно. То вдруг там сейчас какие-нибудь прилетят. Убивают моих рубаков. Он получит призвук регенерации. Угу. Ну все, ход. Слечится. За 4 знаменосец и за 2 орк-мститель. Так, мое существо вошло в игру, оно получает плюс 2 к атаке. Того у него 6. Рубаки клан 12 лицо. И осталось еще 6. На 4 в лицо. Кем? Орк-мститель хочет. 4 в лицо? Нет, еще. Дальше. Верец клана хочет на 4 в лицо. Дальше. Так. Ты не веришь. Артиллерия из братства ранит выбранного персонажа на 2. Кого? Тролля ведуна. Умирает, да? Да. 2, 4. Нет, не умирает. 6, 7, да. Не умирает. Ну и орк-мститель на 6 лицо хочет ударить. Нет, защита. Ну все, ход. А по-любому умер. Да. Да, вот что бы ни делал. Ну да, опять тролль. Что бы ни делал, все равно бы умер. Ну давай, возрожденный тролль на 1. Хочет. Сюда. Этот на 4 хочет сюда. Да он бьет это. Ну и все, ход. Ну и все, в лицо летит, да, 6. Да, 6 лицо. Тут орк-егерь. Угу. Закрываешь этого? Да, закрываю, 6 лицо. Ну вот так. 1-1. Да. Теперь рывок сработал очень хорошо. У степей. Болото не дотащили. Третий раунд, завершающий. Да. Сейчас решится все. Давай, идем. Давайте. 5. Вы, наверное, кубики подменяли какие-то. Мне там... 6, на первый. Куши. На первый. Я первый. Мне кушую подали, так классно. Он сразу с 3 рубака клана выпал. В лицо. Все, да? Да. Ход. Все? Ход, да. За 2 орк-мститель. Ну и на 6 лицо. Ход. За 3 рубака клана. На 5 в лицо. Ты тролль, да? Хочу на 3 в лицо ударить. Молодым орком. Нет, я еще. Ну, на 3 в лицо. И у меня умер.
умерло существо, еще орка мстителя. Вот нашел. Он у меня внизу лежал. Так, ты меня на три же ударил, да? Да. 2 сразу, он сейчас вылечится. Не сразу, у нас еще один. В конце хода. Ну да. Все? Да, все. Ну, тролль воин убьет его. Угу. Конец хода. Излечусь. Все? Все, да, ход. Два орка мстителя. Угу. Так, направленным ударом убью тролля воина. Какого? Вот этого, закрытого. Гном, вот ворк мститель хочет убить тролля охотника. Нет, тролль воин защита умирает. Ну я убиваю тролля охотника. Угу. Единицу получаешь. Все? Да, все. Так, у нас что будет? 4, да? Да. За 1 я разыграю Вайла. И за 3 Протея. Защита от выстрелов, первый удар и рывок. Давай. Протея бьет рубаку. А, не убьет он. На 2 и ранит. Получается. Угу. Ну, бьет, да? Да, бьет, да. Ну и, соответственно, тролль воин добьет его. Конец хода излечусь на 3. Давай. За 3 рубака класса. И за 2 шар бури. Поиск степная карта. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Орочий ятаган. Мог бы и не показывать, потому что у тебя по-любому все степные. Я буду знать, что у тебя может сыграть. Так. Рубака клана убивает тролля воина. И все, ход. Столько 5. Да? Да. Ну давай за 4 разбуженный тролль с направленным ударом. Ну, Протей убьет орка мстителя первым ударом. Ну все, ход. Я больше ничего не могу разыграть. За 4 шаграш. Не попыт, вот так и релок. Да. Шаграш хочет убить Протея. Нет, Вайл защита. Я не закрываюсь. Опыт в атаке. Ну и рубака на 5 в лицо. Все? Да. Трофшаман, он получит регенерацию, да?
Ну, все, три был нарез. Так, ну, разбуженный тролль бьет рубаку. Ну и все, ход. За три урочи таган. И за три орк-егерь. Ну, закрою протея. Шаграш хочет убить протея. Нет, волнорез защита, умирай. Так, на четыре? На четыре, да. И орк-егерь на четыре в лицо хочет, на пять. На пять в лицо хочет? Нет, вайл защита. А, раскрывайтесь. Все? Да, все. У нас 7 монеток. Ну, за 6 тролль веду. Так. Ну, давай, протею бьет орка-егеря. Ну, и в лицо тебе 7. Вот. Мародер и за три миражи. Герой противника имеет особенность. Действие болотных героев противника требует дополнительную одну монету. Либо уязвимость, да, герой имеет. Нет, здесь не написано либо. Нет, просто мой герой имеет уязвимость. Уязвимость? Ну, у меня. Да, только уязвимость получается. И орк-мародер хочет убить протея. Ух ты ж какой. Нет, тролль ведун защиты, умирай. На сколько ты? На 5? На 5, да. Все, ход. Да. У нас 8. Да. Трачу 7. Разбуженный тролль пойдет у меня. Это за 4. Ну и за 3. Возрожденный тролль. В лицо. 7 плюс 4, 11, 12 в лицо. За 2 гневный орк и за 4 артиллерист братства. У гневного орка опыт в атаке и плюс 1, плюс 2 к удару, если у вас есть другое существо. Он имеет плюс 2 к удару и плюс еще за этого плюс 3. Итого он получает 4 урона, да? Да, ну все, ход. Направленным 6 в лицо. Сколько тебе там получается остается? Так. 5, 10, 15, 25, 4 хп. Давай, волнорез на 4 в лицо. Нет, артиллерия сбрасывает, защищает. Я умираю. Так, сейчас там. Я тебе сюда 4 кину. Да. Давай, возрожденный тролль. Сюда. Угу. Так, ты меня сколько на 4, да, ранее получается? Да.
4. Ты не закрываешься. Ты же на защите. Ну, протей тебя добьет первым ударом. Ну и в лицо 4. Понятно. Даже 5. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ивану спасибо за игру. Если понравилось видео, нравится оформление, как мы оформляем нашу битву, то есть с появлением карт, где можно увидеть, какая карта все-таки вылетела на игру, в игру вошла. Ну и, соответственно, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, кем сыграть, как сыграть. Ну и мы рады вашим пальцам вверх за то, что вы комментируете и вам нравится это видео. Всем спасибо, всем пока-пока.